Привет, друзья! Это канал Мастер Форум. С вами тестовая команда «Потребитель». Я Алексей Мяснянкин, редактор журнала Garden Tools. Сегодня мы испытываем новую аккумуляторную пилу Greenworks. Это коммерческая линейка, так называемая. Модель Greenworks GC82CS25. 82 вольта. Самое высокое напряжение во всех линейках Greenworks. Выше нет у них. Значит, реально это из серии коммерческой, поэтому цвет такой черный. Пила весит как бензопила с аккумулятором около 7 килограмм, массивная, на алюминиевом таком вот шасси мощном, с металлической ручкой, с длинной шиной 18 дюймов, в общем, полметра шина. Есть регулировка масляного насоса, вот такие у нас две батареи к ней, 2,5 и 5 ампер-часов, батарея такая прям увесистая, хорошая. Вот сейчас будем проверять, как она работает, с какой скоростью она пилит и как долго, собственно говоря, она пилит. Мембранная кнопка включения, как дополнительный элемент безопасности. Скорость цепи, кстати, 21 метр в секунду, практически как на бензопилах, быстрая. Первое испытание на скорость при высокой нагрузке. Вот у нас пакет, 6 кусков бруса. Попробуем сделать 5 резов с контролем времени. Посмотрим, сколько времени на это понадобится. Без дополнительной нагрузки, под собственным весом. Ну-с, погнали. Одна минута 42 секунды. 102 секунды. Понятно. Проверяем производительность при малой нагрузке. А теперь 5 резов одиночного бруса. То же самое с контролем времени. Поехали. Сколько? 16 секунд. Быстро. Напоминаю, что результаты в сравнении с пилами других брендов можно посмотреть в статье. Ссылка на статью в описании к видео. А теперь проверим, сколько резов сделает эта пила по одиночному брусу. Итак, аккумулятор 5 ампер-часов, полностью заряженный. Вот он брус. Поехали. Проверяем объем выполняемой работы с высокой нагрузкой. Режем пакет, считаем количество резов до тех пор, пока батарея не сядет полностью. Погнали. Вот она, батарея полностью заряженная. Показываем батарею. 5 ампер часов. Все, все убедились.
индикатор покажу. Это уже разряд. Может быть перегрев, но сомневаюсь. Не перегрев, разряд. Посмотрим, 29 резов сможем сделать или нет. Выжать из него. Сомневаюсь, но попробуем. Интересно. Выжали 29 резов таких. Но это все. Это батарея села. Но 29 резов сделала, нормальный, хороший результат. Серьезная пила для больших объемов работ. Ладно, друзья, спасибо за внимание. Это был канал Мастер Форум. Подписывайтесь, впереди много всего интересного. Пока.